Всем привет! Смотрите наш топ-программ для восстановления данных с RAID-массива. RAID – это технология, которая позволяет объединять несколько жестких дисков в один массив для повышения скорости работы и защиты данных. Но даже при использовании RAID-массива возможно потерять данные из-за различных сбоев, ошибок или повреждений. В таких ситуациях вам помогут программы для восстановления данных. Мы рассмотрим топ самых популярных программ, которые должны справиться с восстановлением данных с RAID. Для теста мы выбрали 6 самых популярных программ, которые, как заявляет разработчик, помогут восстановить утерянные данные или достать их из разрушенного RAID-массива. В видео мы рассмотрим программы Disk Internals RAID Recovery, EASIUS RAID Data Recovery, Hetman RAID Recovery, Reclaim Free RAID Recovery, RStudio и UFS Explorer RAID Recovery. На официальной странице каждой из подобранных программ заявлено, что не поддерживают восстановление данных с RAID-массивов. Некоторые программы, к сожалению, не поддерживают восстановление данных с RAID 6 и комбинированных RAID 1.0, 5.0, 6.0. В таблице вы можете видеть, какие уровни RAID поддерживает конкретная программа. Та же ситуация и с файловыми системами. Некоторые из программ поддерживают только несколько самых распространенных файловых систем, что тоже стоит учитывать при выборе утилиты для восстановления. Первой программой из нашего топа является Disk Internals RAID Recovery. Она способна восстановить данные с массивов RAID 1, 0, 4, 5, 6 и JBOD, а также комбинированные типы 5.0, 6.0. При этом программа поддерживает работу с файловыми системами NTFS, FAT, RFS, XFAT, HFS, EXT, XFS и UFS. Поддерживает как ручное, так и полностью автоматическое определение основных параметров, таких как тип массива, тип RAID контроллера, размер полосы и порядок дисков. Из плюсов можно выделить следующее. Автоматически обнаруживает и перестраивает массивы RAID. Поддерживает широкий спектр типов RAID. Пользователю доступны два типа сканирования – режим быстрого восстановления и режим полного восстановления. Из минусов – низкая скорость сканирования и совместим только с Windows. Для первого теста из трех накопителей у меня был собран классический RAID 5 с файловой системой BTRFS. Но так как данная программа не поддерживает данную файловую систему, тест пришлось отложить. RAID был построен с устройством от Synology. Файловая система BTRFS широко используется при построении RAID во многих сетевых хранилищах, а потому это весомый недостаток. Вторая программа EASIUS RAID Data Recovery – еще один популярный инструмент для восстановления данных с RAID-массивов. Он может восстанавливать данные с различных типов RAID, включая RAID 0, 1, 5, 6 и 1.0. Поддерживает множество файловых систем, включая NTFS, FAT, HFS+, RFS и EXT. Однако, как и предыдущая программа, не поддерживает восстановление с файловой системы BTRFS. Одним из преимуществ EASIUS RAID Data Recovery является его простой интерфейс и возможность предварительного просмотра файлов перед восстановлением. Кроме того, программа позволяет восстанавливать данные с поврежденных дисков и восстанавливать данные после форматирования разделов. Программа не собрала из дисков RAID. Если сканировать накопители по отдельности, она не сможет восстановить файлы в полном объеме. Большинство или даже все данные будут битыми. Дело в том, что при сохранении файлов на дисковый массив они записываются частично на каждом из дисков, так как части одного файла могут быть записаны на всех дисках массива. И при чтении одного диска программе удастся восстановить лишь его часть. Также некоторые пользователи жаловались на долгое время сканирования и восстановления данных, а еще на то, что некоторые файлы не были восстановлены. Третья программа по списку – Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery – это мощная программа для восстановления данных с RAID-массивов. Она позволяет восстановить данные со всех популярных массивов – RAID 0, 1, RAID 4, 5, 6, а также комбинации RAID-массивов – 1.0, 5.0, 6.0 и так далее. Программа позволяет сканировать физические диски, восстанавливать данные с поврежденных или удаленных разделов, включая удаленные логические тома. Hetman RAID Recovery позволяет восстановить данные с массивов, которые были отформатированы
повреждены в результате ошибки контроллера, дискового массива, ошибок синхронизации или других причин. Утилита поддерживает различные типы файловых систем – NTFS, FAT, XFAT, RFS, HFS+, EXT и другие, включая BTRFS. Hetman RAID Recovery имеет интуитивно понятный интерфейс, который позволяет быстро начать восстановление данных без необходимости изучать многостраничную документацию. Не составит труда в использовании как начинающих пользователей, так и у профессиональных пользователей, которые имеют опыт в восстановлении данных. Включает функцию создания образов дисков для последующего восстановления, что защищает оригинальные данные от дополнительных повреждений. Программа позволяет предварительно просматривать файлы и выбирать, какие файлы нужно восстановить. С ее помощью вы сможете восстановить данные как с разрушенного RAID, так и случайно удаленные файлы с физических и сетевых дисков типа ICSI. Hetman RAID Recovery работает на операционной системе Windows и поддерживает большинство типов дисковых массивов. С ее помощью также можно восстановить файлы и других систем, так как она поддерживает большинство файловых систем. Как видите, ей не составило труда собрать из диска в разрушенный RAID. Программа определила тип RAID, файловую систему и другие параметры массива. Для поиска данных здесь предоставлено два типа анализа – быстрое сканирование и полный анализ. Полный анализ включает опцию поиска по содержимому файлов. Программа отображает данные уже после быстрого сканирования, что значительно сэкономило на время, так как продолжительность полного анализа намного больше. При этом сохранена структура дискового массива, все папки и имена файлов. Программа отлично справилась с данным тестом. Из плюсов можно выделить следующее. Программа проста в использовании, но при этом функциональная. Содержит множество сохраненных пресетов комбинаций массивов, используемых популярными производителями контроллеров, что экономит ваше время. Поддерживает все основные уровни RAID. Также существует портативная версия программы. Из минусов это то, что может быть установлено только на ПК с операционной системой Windows. Следующая программа Reclaim Free RAID Recovery. Это бесплатная программа, способна восстановить данные с RAID массива любого типа и поддерживать все основные файловые системы. Восстановление данных происходит в автоматическом режиме, что делает использование этой программы простым и удобным для пользователя. Но на самом деле восстановить данные с помощью нее нужно постараться. Программа не собирает автоматически разрушенный RAID. Для начала сканирования вам нужно отметить диски, из которых он состоял, и кликнуть по соответствующей кнопке запуска определенного типа RAID. Здесь нет возможности выбрать тип анализа, и нельзя предварительно посмотреть содержимое дисков. Анализ дисков занимает довольно продолжительное время. Скорее всего, программа выполняет поиск по содержимому, результаты которого придется ждать не один или несколько часов. В нашем топе она будет на последнем месте. Да, она имеет одно определенное весомое преимущество, она бесплатная. Но стоит ли ваше время сэкономленных средств, решать вам. В результате может понадобиться все же искать другую программу. И в результате анализ завершился следующей ошибкой. Файловая система BTRFS тоже не поддерживается. Следующая программа RStudio. Эта программа также может работать с любым типом RAID массива и поддерживать все основные файловые системы. Она имеет удобный пользовательский интерфейс и предоставляет обширные возможности по поиску и восстановлению данных, в том числе удаленных и поврежденных файлов. В итоге программа не собрала из диска в RAID с файловой системой BTRFS. Скорее всего, она не поддерживает данную систему. И следующая программа UFS Explorer.
это мощная и надежная программа для восстановления данных с RAID-массивов, а также с других хранилищ данных, такие как жесткие диски, SSD-накопители и флеш-накопители. Она поддерживает большое количество файловых систем, включая NTFS, FAT, EXT, RAFS, XFS, HFS, BTRFS и многие другие. DFS Explorer предоставляет возможность восстановления данных с поврежденных RAID-массивов и дисков, а также восстановления удаленных файлов и разделов. Она обеспечивает множество опций для сканирования и поиска файлов, что позволяет более эффективно восстановить потерянные данные. Кроме того, UFS Explorer может создавать образы дисков и массивов для последующего восстановления, что защищает оригинальные данные от дополнительных повреждений. Программа отображает наш том, определила его имя и файловую систему BTRFS, но он не определяется как RAID 5. Посмотрим его содержимое. Как видите, ей удалось собрать из диска в разрушенный RAID. Нашла все файлы. Сохранена структура, имена файлов и папок. Все файлы отображаются в предварительном просмотре. Итак, из тестов можно выделить только две программы, которые способны восстановить данные с RAID 5 с файловой системой BTRFS. Это UFS Explorer RAID Recovery и Hetman RAID Recovery. Остальные не поддерживают восстановление с данной конфигурацией дисков. Следующий тест проведем на файловой системе X4. Ее поддерживают все программы из данного списка. Посмотрим, удастся ли им собрать RAID и достать из него файлы. Итак, первая в списке – диск Internals. Как видим, программа собрала из диска в RAID, определила его тип. Развернув диски, видим наш раздел с данными. Здесь доступна функция просмотра содержимого диска. Если данные не были удалены, ее будет достаточно, чтобы увидеть все оставшиеся на диске файлы. Вся оставшаяся информация лежит на своих местах. Доступен их предварительный просмотр. Теперь посмотрим, как она справится с удаленными файлами. Удастся ли ей их найти? Запускаем быстрый поиск. Unerazer. Программа нашла удаленные файлы, но все они имеют нулевой объем и в предварительном просмотре не отображаются. Такие файлы восстановить не получится. Программа не может восстановить файлы с помощью быстрого анализа дисков, а полное сканирование займет намного больше времени. В результате, после полного сканирования, программа нашла удаленные файлы, но они не отображаются в окне предварительного просмотра, так как их объем 0 байт. Их восстановление будет безуспешным. Следующая по списку программа Easeus. Как видим, программа не собирает RAID. Здесь также нет функции ручного построения. Программа предлагает сканировать диски отдельно. В таком случае восстановление данных с RAID, скорее всего, будет безуспешным. Итог: программа не способна восстановить данные с RAID, хотя на сайте разработчика написано обратное. Следующая по списку программа Hetman RAID Recovery. Она собрала из дисков разрушенный RAID автоматически при запуске, определила его тип, файловую систему и другие параметры,
Для того, чтобы посмотреть найденные файлы, нужно проанализировать диски. Запускаем быстрое сканирование. При таком сканировании программа мгновенно просканирует диски и отобразит найденные файлы. Как видите, она отображает все оставшиеся на дисках данные, а также удаленные файлы. Они здесь отмечены красным крестиком. Содержимое всех файлов можно посмотреть в окне предварительного просмотра, включая удаленные. Полный анализ в таком случае не нужен. В итоге мы сэкономили кучу времени. Теперь посмотрим, на что способна бесплатная программа Reclaim. Отмечаем диски. Запускаем поиск RAID 5. И снова ошибка. Программа пишет, что диски были удалены. Программа не собирает RAID, и восстановление не удалось. Восстановление данных с RAID массива с помощью данной утилиты под вопросом. Плюсом является то, что она бесплатна, но возлагать на нее надежду восстановить данные я бы не стал. С данным RAID она не справилась. Следующая по списку программа RStudio. Как ни странно, программе не удалось собрать RAID в автоматическом режиме, хотя программа поддерживает данный тип массива и файловую систему X4. Из плюсов можно выделить, что она достаточно функциональна и поддерживает большинство конфигураций RAID и файловых систем, но недостатком оказалось то, что конфигурации, используемые в тесте, она не поддерживает. И последняя программа из списка UFS Explorer. Как видим, ей удалось собрать из диска в разрушенный массив. Единственный момент, она не отображает его тип, отображает лишь название тома. В режиме просмотра отображает файлы, которые остались на диске, но их содержимое посмотреть не удалось. Программа его не отображает. В остальных папках файлы отображаются. Удаленных файлов в режиме просмотра программа не отображает. Посмотрим результат быстрого сканирования. После быстрого сканирования ничего не изменилось. Удаленных файлов программа не нашла. Часть из них не отображается в предварительном просмотре. Чтобы найти удаленные файлы, нужно запускать полный анализ, который займет намного больше времени. В результате программа не нашла удаленных данных и после полного анализа. Из плюсов очень функциональна и поддерживает большинство типов RAID и файловых систем. И недостаток – не удалось найти удаленных файлов с тестовой конфигурацией RAID.
Итак, у нас на тесте было 6 программ. Их результаты вы видели своими глазами. Теперь вы сможете определить, какая из программ подойдет именно вам. Как вы увидели, каждая из программ имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Но выбор зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Независимо от того, какую программу вы выберете, важно помнить, что при работе с RAID-массивами необходимо следовать определенным правилам, чтобы не ухудшить ситуацию. Не забывайте делать регулярные резервные копии данных и обращаться к профессионалам, если у вас возникли трудности с восстановлением данных. А на этом все. Надеемся, что наша информация была полезной для вас и помогла вам выбрать лучшую программу для восстановления данных с RAID-массивов. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.